И снова всем здравствуйте. Продолжаем мы свой поход за ягодкой. Иван-чай доцвету. А что-то в прошлый раз он здесь не расцветал вроде. Или я внимания не обратил. Иван-чай снимаю я. Роса какими этими каплями лежит на нем, большими. Вот такие уже цветочки красивые. Ну все, а я пошел дальше. Ну вот, с этого участочка Виктории, вот она, хорошая прям, ягодка большая. Ну вот еще одна. Ну вот он тут маленький участочек такой, он еще краснеет. И того я сегодня навалял вон сколько. Хватит покушать. Надо другим оставить. Все. Я ухожу. Но я вернусь. Если все будет хорошо. Со здоровьем. О, борщевик торчит белый, а рядом Иван-чай цветет. Вот еще Иван-чай, тут он везде. Все, я на хаус. Красиво. Ну вот так вот как-то. А тут все в ягоднике. А вон и ягодки я вижу. Как домой идти, так сразу попадается. Вот она какая. Прям сама напрашивается. Съешь меня и все. Это негодная. Вот еще одна. Иди сюда ко мне. Мой красненький, красавенький, вот такая. Все, домой, домой, домой. Березняк кругом. Хожу вот так, обламываю им, чтобы в следующий раз идти. Не цепляться ни за что. Вот. Раз, раз. Она вообще сухая. Вот. Вот, вот. Вот так вот. Это я так делаю. Ё-моё. Здоровья желает лучшего. Время часов 9. Ну, 10 час, наверное, где-то. Наступил на ягодину. Там уже дорога недалеко. Слышу, машины гремят. О, здесь какая крупная будет ягода. Ее мало здесь. И да вот он я. Чё, потерял меня? Фух. Домой валим, да? А чё ты меня звал? А-а-а.
Не, я спрашиваю у тебя, домой, да? Мне показалось, ты говоришь, да, домой. Я бросил эту лужайку, которую ты показал мне в прошлый раз, и пошел домой. Ты все собрал? Да почти. Холодно. Полюбуйтесь, люди добрые. Там мы шишки собирали. Вот так здесь. Иван, чай. Много, Иван, чаю. Брать не буду. Тут ягоды вон навалом. Вот оно все тут в ягодках. Бери, не хочу. Придется брать. Птичек послушаем. Оводы летают, но я сегодня намазался, и они меня не сильно кусают, так что как-то так. Тюх, вот так вот улетим. Был там где-то вверху. О, туча плывет. Не туча, а облако. Быстро надвигается. Ладно. Пойду на вкус зайду. Здесь вон какая крупная ягода будет. Но она зеленая. Тут уже Серега пробежал. Фух. Куда идти-то? Сюда вроде. Все, я на тропинку вышел. Мой урожай сегодняшний. Мне хватит покушать. Это в несколько раз больше. 4-5 раз, наверное, больше, чем в прошлый раз. Здесь она целая тропа. Тут народу будет много. Иду, даже не наклоняюсь. Вижу, там красненько, там красненько. А вот к этой наклонюсь. Вот. К этой наклонюсь. Вот эту съем. А те пускай стоят. И вот эту съем. На дороге прям стоит. Все, отсюда можно не уйти. Мокрый, выше колена даже. До колена весь мокрый. И в башмаке в левом хлюпает. И в правом хлюпает. Фух. Хотел еще сапоги болотные одеть. Думаю, да, ладно. Не сахарный, не размокну. Не сахарный. Не размок. О, мышка. Все. Выхожу я.
О, малины, сколько много будет. Вот малина. Завязи какие у нее. Ну, что-то непонятно здесь еще. Какая-то она не такая. Вон сергозы лезет. Я думал, он уже около машины. А он где-то сзади меня выпрыгнул. Я бегу, его догоняю. А он сзади очутился. Фух. Фух.